Всем тихой ночи. Алый Король — это одна из самых зловещих сущностей мира SCP, появившаяся чуть ли не с основанием сайта фонда как такового. Сама мистическая сущность, тень которой нависла над всем, что делает тайная организация, уже обсуждалась на этом канале. Ссылку на то видео, конечно же, можно найти в описании. А в этом ролике мы поговорим о сектантах Алого, ведь за последнее время их лор развился достаточно хорошо. Есть что рассказать. Дети Алого Короля впервые были упомянуты в SCP-231. Именно у них был захвачен сам объект в виде семерых девушек, беременных монстрами. Тогда МОК фонда разгромил одну из групп этой секты, однако это не стало ее концом, потому что продолжили существовать еще десятки подобных. Чем же таким занимаются эти безумные ребята на своих собраниях? Помимо поклонения самому Алому Монарху из Бездны, в надежде получить от него хотя бы самую малую крупицу его силы, культисты обычно воспроизводят историю с семью невестами, каждая из которых суждено родить то или иное существо из свиты короля. Каждая секта Алого так или иначе воспроизводит эту легенду, выбирая 7 девушек для своих темных дел, потому что они считают, что изначально Алый Король породил 7 дочерей, и именно они стали матриархами Девитской империи. Поклонение Алому Королю было одним из основных религиозных течений в той самой империи Девитов, древнейшей мистической цивилизации мира SCP. Ученые фонда даже предполагают, что жестокое рабовладельческое устройство царства Девитов было во многом обусловлено именно почитанием Малого Короля. Некоторые сектанты считают, что их культ уходит корнями еще дальше в прошлое, говоря, что Алого Короля знали древнейшие из чудовищ, бродивших на планете. Вообще определить, что какая-то из групп безумных сектантов относится к детям Алого, достаточно трудно. Единственное, что их объединяет между собой, это мистическая связь с самой сущностью короля. И нередко самые разные группы людей, и не очень людей, приходили к почитанию Алого самостоятельно, при этом будучи никак не связанными ни с древними Девитами, ни с другими алыми сектами, да и вообще ничего не знаю об объекте поклонения. Культисты Алого Короля не часто осознают, что поклоняются именно ему. Обычно это или безумное ответвление других религий, или даже политические движения, трансформирующие свои учения и идеологии так, чтобы они повторяли три ужасных закона, о которых я уже рассказывал в видео о самом Алом Короле. Ростки алой веры можно встретить иногда в самых неожиданных и, казалось бы, неподходящих местах. Например, они прорастают среди аномальных культов, таких как Церковь Разбитого Бога. Это стало известно, когда среди максвеллитского учения механитов появилось такое течение, которое считало, что человечеством должен править искусственный интеллект. В целом, это обычная для этих ребят идея. Но искусственный интеллект был составлен таким образом, что максимально напоминал собой Алого Короля. Но, конечно же, чаще всего алые культы собираются из обычных людей. При этом названием «Дети Алого Короля» по какой-то причине всегда именуют себя только одна секта. Возможно, те из алых культов, которые проявляют наибольшее рвение в служении своему королю. А может быть, Алый сам делает такой выбор по одному ему известным критериям. Собственно, когда SCP и Гоко строили штурм базы ужасной секты, во время захвата SCP-231 они уничтожили только текущую итерацию детей Алого Короля. А в итоге это привело лишь к тому, что следующую секту основал ученый фонда SCP, занимавшийся изучением феномена, Роберт Монтаук. На данный момент его группа является самой главной в иерархии алых культов, несмотря на то, что между этими культами часто отсутствует вообще какая-либо связь. Между поклонниками Алого всегда каким-то образом выстраивается жесточайшая иерархия, где нижестоящий фактически является рабом вышестоящего. И под, собственно, детьми Алого Короля в иерархии находится множество других групп и сект, как, например, банда Железной Тигры из Малайзии, которая на первый взгляд просто избивала людей на улице, но в итоге была замечена в поклонении сущностям Бездны. Самая крупная интересная группа алых ребят была найдена даже не фондом SCP. Среди файлов отдела необычных происшествий ФБР можно найти историю того, как жрецом алого культа стал баптист, некий старейшина Роквелл. Всю свою жизнь был известен как обычный законопослушный гражданин. Также он был главой сообщества баптистов в городе Вайтвотер в Америке. ФБР начало следить за ним после того, как получило сообщение о резко возросшем уровне преступности и насилия в целом в районе, где это сообщество жило. И в итоге
книге стало понятно, что Роквелл и его последователи начали поклоняться алому божеству. Примечательно, что фонда SCP этот Роквелл тоже попался, и агенты фонда даже поставили на содержание несколько созданных им аномалий, но никакой связи с алом по какой-то причине не обнаружили. В 2009 году к агентам фонда SCP самостоятельно пришел сектант из группы, называемой Первый Единый Храм Диксиленда, и сказал, что они имеют дело с монстрами, с которыми не могут справиться. Человек, представившийся пастором Валдбером, заявил, что в их сектантской школе для трудных подростков живет демон, похищающий учеников. Для поимки существа была выделена МОК-Тета-6 «Охотники на ведьм». После довольно долгой охоты за монстром, а сам объект на сайте SCP — это целый роман, все как мы любим, было поймано существо, в итоге обозначенное как SCP-5992. В этом действительно очень большом объекте нас интересует только то, что агенты фонда во время ловли существа обратили внимание, что в городке Whitewater в целом происходит много аномальных событий, и случаются они настолько часто, что весь город в итоге был признан аномальным объектом под номером SCP-3178. И этот объект, это, кстати, тоже очень большой по объему текст. И вот, когда агенты SCP описывали и собирали различные аномальные явления, представленные в городе на улицах, появился человек, которого сразу окружила толпа, чтобы попросить жизненного совета и наставничества. Старейшина Роквелл произвел впечатление даже на агентов фонда, которые утверждали, что рядом с ним чувствуешь себя каким-то незначительным. Люди же в городе заговорили о том, что все необычные события, происходящие в городе, это чудеса, творимые этим человеком. Чудеса, впрочем, совершались не непосредственно им самим, а через кровавые ритуалы, которые старейшина устраивал в городе в местной церкви. В этих ритуалах присутствовали и 7 огромных змей, а в результате из-под земли начал вырываться какой-то монстр с тентаклями. В общем, ничего особенного, каждую пятницу одно и то же. Фонд SCP не особенно продвинулся в изучении города-объекта SCP-1378 и его обитателей, возможно, потому что агенты фонда необъяснимым образом пропали один за одним. Зато, на удивление, в раскрытии тайны продвинулся отдел необычных происшествий ФБР. Работники службы узнали, что сам по себе Роквелл не имеет никаких аномальных способностей. Однако вокруг мест, где он находится, всегда сильно возрастает преступность и происходят необъяснимые вещи. ФБР начали следить за Роквеллом и его сектой, и в одном из мест, где те собирались, были найдены различные предметы и изображения, явно говорящие о том, что эти люди поклоняются Алому Королю. К сожалению, это дело не продвинулось дальше, так как кто-то умудрился украсть все собранные доказательства. Но главное, что интересует детей Алого, это даже невозможность рождения своего божества в физическом мире. А один из предметов, хранимых в фонде, это SCP-140, кровавая книга, изменяющая настоящее путем переписывания прошлого. Она переписывает историю таким образом, что в ней добавляется древняя империя девитов. В каждой новой главе описывается, как кровавое государство пережило очередной поворот истории и продолжило свое существование. Дети Алого Короля задались целью устроить такое нарушение условий содержания объекта, чтобы империя девитов появилась в настоящем времени. Они рассчитывали на то, что раз девиты поклоняются самому Алому Королю, сектанты займут в этом государстве высокое положение, а может даже и возглавят его. И частично им это удалось сделать. В SCP-6140 говорится, что дети Алого Короля смогли похитить один экземпляр кровавой книги, хранившейся вне фонда SCP. Культисты провели над ужасным томом несколько кровавых ритуалов, и в результате книга дописала сама себя до конца. Прошлое начало активно изменяться. В SCP-6140 говорится, что это приведет к появлению кровавого царства девитов 20 марта 2022 года. Однако в итоге книга обманула детей Алого, и в ней появились строчки о том, что на самом деле никакого культа Алого Короля в империи девитов просто не было, а миф об Алом Короле и связи с ним семи матриархов был использован в политических интригах. Кроме этого, текст полностью завершенного SCP-140 в итоге повествует о том, что государство девитов все же перестало существовать окончательно примерно в 18 веке в результате мистического катаклизма, связанного именно с созданием самой книги SCP-140. То есть получается, что SCP-140 — это как бы временной парадокс. Книга заканчивается моментом, когда она была дописана в 18 веке. Мистическая сила книги каким-то образом стирает историю девитов из реальности. Текст в книге, соответственно, тоже пропадает. Но затем книга пишет сама себя заново, восстанавливая империю девитов в прошлом, при этом смешивая их мифологию и реальность. Вот такой вот циклический временной объект. Так или иначе, после завершения книги, девиты на этот раз продолжили существовать, влившись в обычное человеческое общество. Они и сами вроде бы стали обычными людьми. Во всяком случае, стали таковыми хорошо притворяться. А дети Алого, несмотря
несмотря на успех своего злодейского плана, оказались ни с чем. Но кто знает, что они еще придумают для того, чтобы привести в мир своего алого монарха. Всем пока!